Петр, не забывай о своей задаче. Разведка. Раз Макс, ты передашь всю информацию, если Биотр увидит какую-то офигительную танковую колонну или какие-то харассы. Биотр, ты наши глаза, Баут, ты я тоже будешь его страховать, если его собьют. Конечно. Кейва, три москита под нами. Да хуя москитов. Очень много москитов. Блин. Страшно. У нас есть Айрхаммер, сквад единичников. Кира, что я с тобой делаю? Ничего. Жди, когда наши танки выдвинутся на позицию. Пока танки не выдвинутся на позиции, ничего не делаешь. Москит сбит. Работаем с волкеров, работаем. Москит сбит. Прям виси вот так вот и все. Я нормально, я раздаю. Давай, 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 давай. Короче, красава. Снимали. Да потому что ты не пизда. Классно. Мне нужен доклад. Доклад земли нужен. Статус, о, статус Сандра. Отлично. Три Сандра едет нам. Три Сандра, три Храси. Принял. Ракс Макс, передавай, что едут. Три Сандра, три Храси. Гал, дроп мне на waypoint. Waypoint, гал. Полетели. Ребят, все, вылетаем. Гал, дроп. Элло говорит. Угу. Был. Работаем, работаем. Храси едет. Сандик развернули. А, Вангарда, его Вангарда убил. Фармлю Сандик. Его Вангарда убил. Заземляй, заземляй. А, Браулер, Браулер, заземляй Гал, Гал заземляй. Сейчас собьют Гал. Гал сохранился? Нет. Ох, беру новый. Бля, Харасер там вас давит. Сейчас отработал, отработал. Да, да, да. Все, эпики разберутся. Так, там два ванга. Аккуратно. Загнали внутрь Сандер? Сандер, потеряли. Один. Чукирус, еще один Сандер катите или? Да. Да, гони. Смотрю, еще Сандик один развернули, работает. Один Сандер, еще один. Один развернут, инвизный. На карте видно. С вокерами едет, осторожно, по-моему. Угу. Загоните Сандра внутрь. Пиздец, мы их тут аккуратно, просто поимели. Первый Сандра пошел. Мины нарвались, заебись. Враги внизу, внизу, да? Успели кто-то пройти? Да, Сандиков у них нету, у них в радиусе километра ничего нету. То есть все наше. Ну, если только на точке там где-то. Ребят, ребят, быстрее, мне помощь нужна. Меня убили. Внутри враги, на точке враги, на точке враги. Мне нужен инвиз Сандер. Блин, Кирос, я еще на этой ЕСФе. Ну что, ничего возьмет? Я выгоняю инвиз Сандер. Ребят, они вообще, они внутри, на точке. И задачу провалим. Не, вообще-то ты зря перейдешь там остался. Да, ну все, давай я тогда возьму. Все, я ушел. Сколько меня сбили? Дайте сколько Сандер. Я чего умолчу? Загоняю Сандер. Ну загоняешь, там пехота вражеская внутри. Везут кучу техники на бейс. Ну ребят, мы сейчас проедем. Ты Сандер внутрь не загонишь. Не, без Сандер. Прям сейчас там должен был быть Сандер, но его нет. Да мы не можем проебать, у них ничего нет. Да, я не спал мопсы. Да, я понял, но мне это не понравилось. Вы нарушаете. Не подвезли, подвезли Сандер за городский север. Вангарда видите. Новый Риверпуль. В пехоту уходишь? Ну, окей, в пехоту. А что ты, да, уходи быть... в пехоту. В пехоту уходите. Ребят, все, кого сбили, в пехоту. Их много, блядь, убивать надо. Платун, походу, прилетел в этих москитов еще. Как там снизу все плохо? Знаю. Харестер здесь катается и все разъебывает, ребят. Мы сейчас вот это очень хуево. Группируемся на южном входе. Входе все группируемся. Бикон ап. Бикон ап. I need new one. Гони, Сандер, вниз. Загони, загони. Браво 2, браво 2, браво 2, бикон.
Бля-бля-бля. Почините, ребят, у них там пехота стоит. Ребят, вы меня слышите, что я говорю? У них стоит пехота, она нас готова. А, харассера тут у нас очень много всего разъебали. Все, мы проебали. Они стоят на точке. Передай этому, что пиздец. Наш бастион. Воюем до конца. Дебоя нет. Гоните сюда Сандер, Сандер гоните. Они свои Сандеры внутрь загнали. У них их очень много. Так, нас вайпнули, отходим на предыдущий гекс. Выгоняем два саппорт Сандера. Один боевой. Нужен пул воздуха. Беру и вести саппорт над нашим гексом, все. Ну нам-то воздух смысл брать, 3 раза больше. Хорошо, значит Сандра идёт. Кирус берет, что бы мне взять? Вайтинг капешный. Они заминировали внизу эти дырки, то есть если упадет Сандер, он сразу взорвется. Наш воздух подходит. Да-да-да, едем на север, выезжаем, уничтожаем вражескую технику. Спаун опции надо вражеские уничтожить. Нам не важно, точка пока ничья, это все плевать. Мы еще ничью не отдали. Их очень много харассеров. Печаль. Много праулеров. Надо идти на сплит-пик, мы тут ничего не возьмем. Серьезно, что ли? Было такое заявление. Нужно четко понять, это кто сказал, Шрекети? Шрекети сказал, повтори мне. На сплитпик отходим, в гал. Да, нас просто на сплитпик. Все, гал. Редипой. А, Эйпл, Гэлкси, гони один, на всякий случай. Там куча сандеров есть, можно встать. А, все, ну все равно гал гоним, не гал нужен на всякий случай. Вариаций у них много очень. Я понял. Вот, а вы мне говорили, что останься максимум. Ну я тебе говорю, просто будет, блядь, оверпоп задаем, либо мы, либо они. Собственно, так и произошло. А кто будет останавливать этих ребят? Вот они захватили, они сейчас. А, эпик. Что за хуйня, блядь? Сплит-пик пас захватывает. On point, guys, see less north. They're on они point, за это время могут биолабу забрать, пока мы сплит-пас забираем. Чуть непонятно вообще. Я жду команды от Шрекити, Шрек. Ну вон у нас стоят, видишь эти меточки на сплит-пас. Так что я думаю туда надо. Так, мы остаемся на обороне. А, уходим отсюда? Да. Редипой, он Хелос Норгейт. А один Сандер, извините, севернее. Слышите меня? Вот здесь на метке. Вот мне не понравилось, что с Сандерами сделали. Очень неорганизованно. Хуй вас знает. Загнали вроде. Да медленно это делают. Да вот все ты... там было, там стояло 3 раздеплойных Сандика. Потом. Да, так что не знаю. Занимайте оборону. Один Сандер разверните, допустим, в этом, как в башне. Слышите меня? Один Сандер в башне разверните. Вставайте на точку. Надо что-то гнать уже, атаковать следующий гекс. Сейчас башню загоню. Надо сейчас этот гекс отдефить, да, ребят? Подходим. А, ребят, задача занять первый этаж. Дальше первого этажа не подниматься. Приняли? Сандер, харассеры к нам заехали. Здесь. Бикон под зданием поставь, чтобы вас дроп. Поставлю. Бикон ап. Тут с балкона занимаем. Очень удобно заходить. Идем на балкон, ребят. На балкон. Первый этаж, забейте на первый этаж. Я на первом этаже. Рашим. Емпа ушла на точку. Так, пошел. Точки. О, чисто. Давайте, один еще остался. Если сандики есть, надо гнать, пробовать уже дальше. Да, сейчас, подожди. Так, состав склада. У нас есть один дипой Сандер на этом гексе, правильно говорю?
Так, а нужно два саппорт-сандера. Слышите меня? Кто берет? Быстрее, быстрее. Кто берет два саппорт-сандера? Есть. Кто второй саппорт-сандер? А, передос возьмет. Все, вот этот сандер, который на севере, сгоняю в башню и депой там принял. Все, отлично. Все остальные стоят на точке. Нам навесные нужны? Саппорт именно. Два саппорт сандера. Прям на точку? Я с вокером беру, ты бери там фурий. Хорошо. Стоим на точке, а деф идет с лестницы между первым и вторым этажом. Кто пехоты, все, стали здесь, стоим. На нас сейчас просто могут дропнуть. We will try. Так, у нас же два стрелка, резнитесь на деплой. Нам надо попытаться гены там хакнуть на сабтерранен. Так, у нас два саппорт-сандера есть, да? Ребят, да. Осторожно, очень много мин. Сходите на них. Да. Подвигайтесь на сабтерранен, на нит-анализ прямо сейчас. Мы отобьем тут лес. А, фак, кстати. Остальная пехота стоит здесь на точке, не допускает хака. Нам бэк-хак не нужен. Сандеры выдвинулись на следующий гет. Приняли команду? Все, выдвигайтесь. Смотри, сколько. Аккуратно ехать. Надо был брать. Не смотрел этими сандиками, тут же еще гены ломать. Тихо. Сейчас у нас все нормально. Угу. Так, у вас там все хорошо? Да, у нас все хорошо. Что там с вашим генератором? Дайте мне инфу. Куда ехать? Мы пока стоим. Вся пехота стоит здесь, ребят, на точке. Никакого бэкхака допустить нельзя. Если враг дропается с крыши, мы занимаем позиции на лестнице. Генхак там. Все, отлично, ждем. То есть нас 1-12, только сейчас тупо наша задача, ребят. Так, мой сандик взорвали. Ну, а гони инвизный сандрик. Я на дефе генератора. Сижу. Понял. Прям не филем. Так. Я раздеплую саппорт. Браво 12. Браво 12, слушай мою команду. Стелс Сандер. Стелс Сандер гони. Браво 12, возьми Стелс Сандер. 23 секунды до гена. Угу. Может, до верхнего. Везите сандики, чтобы низко прокинуть. Принял. Уже сейчас. Браво 6, боевой Сандер. Браво 5, боевой Сандер. Туда, на следующий гид. Вперед. Фантом, если ты здесь есть, гони туда Харет. Если ты меня слышишь. Все, выполнил команду. Инженер бежит Гена. Понял. Убил. Ген сломали. У меня дроп. Враги на точке. Ты. Ломать там Ген пока. Помочь мне можешь, Ген? Да, Так я на минах взялся. Не-не-не, блять, они сломали. Я стал сандик, выгоняю диплою здесь на следующий. У нас склад на точке. Ген не ломается. Ну потому что они там точку хакнули. Охраняйте тот ген, который мы сломали верхний. Давай, Кирус, я здесь один останусь. Давай. Да мы воюем. Чинят ген. Ребят, я тут троих, блядь, ебанул на точке. Гал, все... резайте сейчас вас. Угу. Гал, прям держись над этой хуйней. И не позволяй им на крыше стоять. Сандер в башне сняли. Хуёв. Еще один выгоню. Давай. Главное, ломайте им там эти генераторы, чтобы мы потом смогли уйти на точку. Топаемся. Сразу бекон сломайте им. Готов. Блять, они по двое выходят, встречают. Так, вся пехота мне нужна на этом гексе. Вся пехота на этот гекс. Абсолютно вся? Нет, не абсолютно вся. Ты остаешься. Сандер уже забыл. Давайте, я один остаюсь на следующем гексе. Да, гексе, все, ребята, появляйтесь в галаксе, все в галаксе появляемся, не дропаемся. Все в галаксе появитесь. Подходи на крышу. Готов к дропу? Заходим с южной стороны. Все, заходите с южной стороны. Давай, заходите. Сразу в гале появляйтесь, сюда дроп делается, все нормально. Третий, уходи, третий, уходи на прошлый гекс. Что ты здесь делаешь?
Фантомчик, уходи. Угу. Готов. Зачищен. Точка зачищен. Сколько типа уничтожен? На первом этаже один. 2-10. Тим, аккуратно, на ПКМ не ходите, встречаем. Минуты 40 сейчас. Труп устает. Давайте тогда так, ребят. Три человека на том гексе, остальные все здесь стоят. Я на том. Они... Да, ребят. А на тот гекс можно подогнать один ривер, чтобы он не сбивал вот эту хуйню. На том гексе у меня есть раздеплоенный инвизный сантик, если понял. Что на севере. Хорошо, можно еще один на юг подогнать. Выгоняю ривер. Угу, давай, ривер. У нас два сантика даже на следующем. Да, гексе. Да, ребят, биотер и бау, висите там, чтобы они не сбили это, ну, генхак. Вся пехота стоит здесь, чтобы они нам по 6 человек не дрогнулись. По 7 сколько здесь упало. Бля, не бери, там куча мосик летает. Очень много мосик на Микало Араксе, вот этот, и есть хил с чекпоинта, там очень много. Фантомчик, раздеплой свой харасер. Раскрой. А, или сам иди. Его надо починить. Я низко полетаю к нему. Ребят, у меня здесь вообще врагов пока нету. Нет, поэтому можете всех себе, ну... Ну, у нас так и есть. Сколько по времени? 40 секунд. Сейчас они опять попробуем дропнуться, ребят. Я маяк ставить не буду пока. И сразу, потому что сняли маяк, не тупые. Вот кто на ревере, смотри, чтоб это... То есть как Галу видишь, к нам летит. Уже дроп ушел. Дроп пошел. Их валькирия к нашей биолабе пролетела. Нет, они выкинули. Все, мы их приняли. Да, бульдогом хуяк попросил. Приняли? Отлично. Да, приняли. Док, сиди и бей по крышке, они дропаются, а мы их тут принимаем. Да, все отлично, мы их сейчас разобрали. Нам больше как не собьют. Все отлично. Блять. Ага. 3% показывает. Стоим на лестницах, у барона уходим, все нормально. Фантомчик, давай на нижний ген, я на верхнем останусь. Я на верхнем один контроль его, чтобы не починить. Дайте мне инфу, сколько у вас техники, вы можете сейчас загнать внутрь. Я хорёк могу загнать. У нас стоит два сандика снаружи. Хакнуть терминал, здесь у врагов можно взять сандик. Так, хорошо. Прям выгоняйте, два сандера. У нас здесь нарезался уже полсквада врагов. Хорошо. Они сейчас все, кроме взорвать. Нас, уходят на сент, мы остаемся одни на этом линке. Хорошо. Все. Кирас, they're all here, now they're all here. Окей. Subterranean. Виси. Ребят, у вас вы можете генератор поломать? Нижний. Или это невозможно? У нас починили верхний, у них тут полсквада. Склада. Так, я даже не знаю, как его забирать будем. Да ебаться будем, ребят, все. Короче, суть такая. Идите грузите этот генератор без остановки. Здесь будет постоянно висеть сколько человек. Сколько висит, столько пусть будет. Молодой, за мной мостик, можешь выйти? Галлый. Полите, приготовься к дропу. Галлый летит на наш гекс. А, мы готовы. Джендал. Отлично. Грубо, ломайте следующий ген. И старайтесь загонять два харрестера. Вот это очень важно. Давайте два харрестера. Дроп. Так, споттер можно? Споттер стоит. Белки убили. Еще одно. Эти трое под геном внизу. На первом этаже враги. Маяк ваш. Так, ген 35 секунд. Они нам хакают точку. Хакают точку? Тут Либер, Гала, две моськи. Ребята, их очень много на точке стоит. Мы столько уходим, не вытянем. Да, уходите, мы столько не вытянем. Че, выгоняем тогда 3 SF против вас. Угу. Ребят, че, Кира, давай я останусь, я буду твои мозги. Да, ты оставайся. Ребят, смотрите, мне нужен воздушный юнит, который с крыши их сгоняет. 12-24 на гексе. Полный регрупп делайте, это слишком дохуя. Apple, Galaxy бери, Apple, Galaxy. Все, летит. Да. Water на этом, на биолоне. Так, вы выгоняете... Хотя бы два ривера. Мне надо, чтобы они на крыше не стояли, окей? Все остальные регруппируются в спауне. И вот прилетишь? Да. А, бери только не с Айрхаммером. Ну как тебе удобнее, не знаю. Я с этим возьму с мустангом.
и саркитпод. Я выгоняю Сандер. А вы выгнали уже? Все. Сандер, депой. Кирилл, сколько у вас времени? Редепой. А, 2 минуты, 2 минуты, 30 секунд. Редепой, все в Гэлакси, все редепой в Гэлакси. Гэлакси, виси пока. Будет дроп на крышу. Уже принимает, принимает уже. Щелкан. Все. Все депой в Гэлакси, все депой в Гэлакси, все депой в Гэлакси. Все депой в Гэлакси, абсолютно все. Все. Второй, третий, Гэлакси. Уходите. Кто у нас? Все депой в Гэлакси. 226, 221. Кирус, я стою на крышу, заходи. Прям что, Кирус, я стою, да, на точке, стою. Вообще, да, на, да, на самой точке. Прям вообще на кухах на свою. На крышу заходи, дроп. Мочи, мочи, okay. Сверху. Очень много формально на крыше. Здесь два склада. Готовы. Сколько времени? У нас сломаны оба гена сломаны, повторяю. О, полетели дальше. Еще я заправлюсь. Так, я пошел охранять самый верхний ген. Надеюсь, не проебусь. Самый верхний я могу смотреть с ревака. Не надо, не надо. Концептуальная они задача, которая... Да, сам... концептуальная задача, какую я вам ставлю. У вас, вы должны вниз протащить успеть два харассера. И хотя бы один сандер. Это все, что вы должны сделать. Так, Гал. Кто Apple. Здесь находится? Да. У нас, вот здесь, у нас есть внизу один харассер. Один харассер уже есть. Не здесь, короче, Apple, ты просто кемпи крышу. Я сейчас скатер возьму. Я сейчас, мы сейчас скатерами купим, если они сейчас опять дропнутся. Сколько времени, Кирус? А, 40 секунд. Угу. А, кто-нибудь встаньте на точку. Apple потом заберешь. Принял, все. принял. Ребят, все, что мы делаем, если они к нам на точку заходят, все. Валькирия, ну, у них на точке враг. И фил сталкер. Все, я взял это скатер. Передаю лидера на. Ага. 224-й передал на тебя лидера. 224-й ты взял лидера. Блять, у меня трое. Пиздец, меня убили. Будем 1-12 воевать друг с другом. Двоих убил, там один остался. Не дай. Так. Браво. Бежит еще, двое еще будет, ребята. Плетеном, плетен а, хакаем точку. Все, стоп. Убил инженера, убил гал, инженера. Гал на крышу. Меня еще один убил. Убил медик. Похуй. Инженера попробуй. Все, улетай, ты забрал скатер, быстрее улетай. Ребята, у нас тут два сандика есть. Да, мы флипнули точку, точка наша. Я Макс уйду. Все. Ребят, нужен... Точку обратно забираю. Их очень много. Ну, в я на месте, извини, балл. Так, чёрт, ну ничего, в пехоту ухожу тогда. Все в пехоту уходим, все уходим в пехоту. Гал тоже? Так, Харёк сейчас попробую пригнать. Готов? Полный регрупп на мне. Весь регрупп на мне. Они обратно мне. Точку забрали. Я то, понял, что у нас на Гексе никого нету, ребят. Спокойно, идите, блядь. Все сюда. А мы их развели, Стрелять, Кирос, гоу, Кирос, гоу, мейте, клир. Гоу. А, они, блядь, хитрые, они взяли этот против просветки, имплант. Куфлипать. Ген там секунд 40 взрывается. Я сейчас бегу к Гену. I can go big in, huh? Так, флип again. Трое. Мойска на наш гекс летит. А не важно, у них флипка нет. Подъем нужен. Так, ген минуту будет грузиться. Убил сталкера, который наш ген. А внизу есть этот? Внизу есть, нет? У нас... Очень много авиации летит, очень много. Ребят, у нас на этом гексе хакнут терминал. То есть, если хотите брать что-то, можно на этом гексе взять. Ребят, я снес всю обсугу врагу. Все, занимаем. А, попроси помощи эпиков. Эпиков и всех сюда, быстрей. Зови сюда весь платун, блядь. Ракс.
мы не удержимся, зови сюда весь плоту, мне очень дохуя. Сверху, сверху вышли, на ген идут, на ген 5. Убил. Всех убил? Их там 5 человек было. Их там много, очень много. Да, нам реально нужно. Так, ребята, играем от стен. У меня скатеры есть, я их попал. Убил инженера, который ген чинил. Типа они сверху не дропнулись. Дропнулся сверху, все отходим в точку. Все нормально. Пора протащить. Макс. Нам идет. Ген взорвали, можно технику. Раш пошел, ПТ-мины нужны, ПТ-мины нужны, ПТ-мины нужны. Вражеской техники прилетело очень много. Кинул ставник. С один Макс, одного Макса забрал. Ребят, я упал. Инженера убили моего, быстрее подъем нужен. Потом инженера сразу поднимай. Подняли уже инженера. Надувай меня, надувай. Нормал, стою. Медик. Макса надувают. Верхний чинит. Обоих максов забрал. Убил инженер на верхнем. Смотрите средний ген, я тут передозу на верхнем стою. Стою на позиции. Ребят, я всех положил. Вообще всех положил. Еще Макс выпрыгнул. С минус, все. Форчи держите. На форче медик должен быть постоянно. Так, 20 секунд, ребят, давайте потом. Еби их нахуй. Помню их тапку замереть. Их не сраный оверпоп на старте. Ninja Res. Форч патроны. Ага, спасибо. 3 секунд. Заходим внутрь все. Дайте харьки сначала, не прыгнуть. Харьки сначала. Давайте харьки. Ребят, очень много максов. Поднимите макса, я упал. Там застрял. Зови сплотну на точку. Да Платон уже здесь. Ребят, мы не удержимся, я уже упал, блядь, все, мне уже хуёво. Тут пришли. Наше подкрепление. Сандры, да, блядь. Они сандры все поломали все сандры. Я выгоню. Ага, поднимай здесь. Да, спасибо. Они все на точке, бой идет. Порч, да, идёт. Сломали все сандики. Вот он у вас. Вот сам визит. Еще двух снял, еще двух убил. Макс! Какой берешь передос? Макс, это... Возьму гал. Где мы спрыгнули, там Макс. У нас много трупов? Не очень. На точку! Точку, братья! I am the point. Я с арчера сняли. Ван, на точке стоим. Я с катером на точке стою. Ребят, все поближе к точке держите. Я вижу. Нормально, к точке стянитесь, блядь. Везу в Валькирию. Ресетесь в Вальке, кто не знает, как добраться. Блять, они подняли ген, да? Ребят, на точку. Дроп. Ресы на точку. Бекон, поставьте, кто дропнулся. Пиздец, я их наместил. Передозу дайте. Но тут да щиты все, подняли. Все, 220. Не, все, да? Отлично отвоевали. Красав. Калеб. Галактика так. На предыдущем гексе. Так, ребят, на предыдущий гексе откатываемся. Все на предыдущий гексе отходим. Так, авиашку беру. Нет, Плутону дали на East Hill Checkpoint. Правильно я понял? Ракс Макс, уточни. На East Hill Checkpoint отходим. Все на East Hill Checkpoint. East Hill Checkpoint. Два ривера. Пол риверов нужен, быстрее. Возьму ривак. Мы остаемся дефить Ксеус. Ксеус. Там, блядь, 3 минуты, и здесь есть хил. Чё-то не понял. Justicia on all call. There is 1.5 hours remaining так, in the ладно. Match. Now, ребят, 90 minutes remaining. На East Hill не успели хак повесить. Не успели повесить хак на эти. А, не успели? Да. Ну все, редипой тогда. Отходим на Хелос Нордгейт. Хелос Нордгейт. Так, мне нужен один Сандер, расположенный севернее в самой башне. Приняли? Инвизный Сандер. Нет, отставить. Поставьте, Кирус, пожалуйста. Кирус, давай инфилем поеду на свечу Гекс, попробуй там, короче, послушайте. Да, ребят, так, слушайте, мне нужен один инвизный Сандер, поставьте его на, приблизительно, сейчас скажу, на 7 часов
от рояля. Окей? Выполняйте. А, передоз, кто тебе еще нужен для поддержки? Никто, пока никто. Окей. А, Бивотер и Балу, вы там ривере можете пулить? У вас есть сейчас? Да, ну, окей, прикрываешь передоз. Я понял, да, только не сливайтесь. Много харассеров едет. Харассеров? Да, я вижу. Эйпл, займи позицию Гала над, уже. На крыше. Все, великолепно. Кто берет инвиз Сандер? Мне нужен. Браво 3. Браво 3. Я понял, Браво 3. Браво 3, выгони инвиз Сандер, поставь его на 7 часов. Белый, и готовишься. Харёк, блин. Так, они с максами, ребят. На терминал. Терминал как? Так, все, кто сдох, появляйтесь. Выгнали Сандик с терминала и хорошо. Так, я понял. Мне нужна обычная техника на этом гексе. Гали появиться не могу. Что с Галом? Подзабрали? Белокси убили. Авиацию okay. Убил. Так, стойте, на гексе. Подвезли Сандик к точке. Помали вам? Не знаю. Я с соседнего гекса выгоняю Дизель Сандер и сейчас выгоню его к вам. Сандик я вот где. Выгоняю МБТ. Да, МБТ выгоняй, надо поломать. Инженер нужен. Нет! Не надо чинить терминал, ребят, гоните все с биолабы. Тут у них авиации есть, кстати, три маскута, блядь, это не я очень приятно. Живу. Сюда иди, надо наш... Давай. Один разобрал нас. Сандики к точке подогнали они. Я вижу. Ну, мы сейчас МБТ подъедем. АВ Макса, ломаем. Лайка на точку зашла, лайка на точку. Поломаем их, Александр. АВ Макса взял. Вот ты, блядь, какие. Убил Макса у них на крыше. Поломал, Сандер. Сломали харассер. Так, ребята, регрупп делаем на юге. Полный регрупп на юге. Полный регрупп на юге. Полный регрупп на юге. Эйпл, если можешь выгнать Гал, гони. Уже гоню. Все, и опять его на позицию. Принял. Регрупп. Все, ребята, аккуратно идем. Пошли. А, вражеский Сандер вижу, сейчас надо вражеский Сандер поломать. Короче, выгнал танк, 4 москита в жопу мне залетело с хорнетами. То есть, техника... У них на балконе Сандик. Я его сейчас сломаю. Я его сломаю. Воздух отгоняйте. Сейчас сломаю, Сандер. Сандер минус, все, сломал. Так, регрупп делаем. Ждите, я беру скатеры. Все, пошли. Аккуратно проходим. Основную атаку делаем с балкона. Пошли. Сам пошел. Захожу. Плюс заходит. Все, вычисти. Комната чистая. Молодцы. Сверху план. Трофон. Принял. Маяк сломали. Все, коллеги. Отошли на лестницу между первым и вторым этажом. Так разъебал их москит, короче. Все, ребят. Биотер красава. Чисто. Белый, ой, Вальтирий летит. А, заеби, тут дроп. Сейчас мы тоже ему дадим, блядь. Авиацию снес. Или бомбим с бульдога постоянно. Бомблю. А, они с шотганами, блядь. Что-то почувствовал, блядь. Блять, у меня ТД уже 4 из 3 минут. Канав ебаный. Еще Валькирия тонется. Дропнулись. Нормально. Ребята, отойдите на лестницу между первым и вторым этажем. ПК ему сразу ехать. Идет. Фреймер, приходи, наверное, в анфилу. Так, передоз. Я поехал к ним на гекс. Начинай, хуйню творить. Да, у них там два сандика, вот я поехал сандики взрывать. Эйпл, твой гал нормальный, все очень, да, четко? Нормально. Да,
Ребят, слушайте, что делаем. Если они нам загоняют сандры, мы не спеша выгоняем один АП, одну АП технику вместе и два где-то сандры. Подвозим их с юга, уничтожаем полномерно всех их сандры. Я беру АВ Макса, я все это поломаю. И только потом мы их начинаем рашить. Вот как сейчас сделать? Сейчас было великолепно все сделано. Вообще ни одной ошибки не было. Он даже тап нажмите, посмотрите. Блять, была огроменная ошибка от меня, я забыл, что у этого Ваньки есть щит. А, парни, у меня 4 этих повесили, прикинь, баунти. 4. Вот. Хуя себе. Я на ривере тут это разобрал, там, мочки 3, наверное. Так, стоп. Так, фантом. А, Харестер, подгони туда один. Привет. Блин, они сломали у себя тут терминал. Валька, Валька летит, и мосик. Mm-hmm. Я хакнул у них терминал, поломал он все сантики на следующем гексе. Я понял. Фантом, гони туда Хареса. Так, а, надо нужен сюда сандик инвизный. Один инвизный сандер нужен, кто берет? М? Инвизный сандер нужен один. Ну, Валька, Валькирия. Окей, Пэла, Пэла, Юхе. Пэла. Блять, у нас не слышно. Короче, мне нужен один инвизный сандер на следующий гекс. Пэла берет, мне нужен добровольцы, сквозь ресурс. Я возьму. Все, выезжаем. Все, красава. Блин, на Галина отлететь, что мы тут стоим? Они нам сейчас дроп повесят, и все, и пиздец. Вы должны там все поломать. Отлично. А, Кирос отдал инженером. А, короче, сейчас взорвется первый генератор, я пошел на второй. Да, да, давай. Через давай. 3 секунды взорвется первый бел, генератор, я пошел на второй. Бой. Мне тут помощь нужна, то я просто... Тебе отправил на помощь инвизный Сандер и один Харас. Сандер с дефьюзером пришел. Валькирия летит. Отлично. Валькирия, первый Сандер. Угу, хорошо. Сандром нормально все? Валькирия над нами тоже. Дропнулись. Двое, да, двое дропов. Фантомчик, ты с нормальной пушкой? Можешь на верхний ген пойти? Это у меня арчер. А я, короче, здесь похороняю с харастером. Что? Вражеская пехота ликвидирована. Сандром на юге. Кирос. Прими 40 секунд до хака точки. Я понял. Мы сейчас тогда должны бить. Так, Сандра находится снаружи. Один, вражеский. На балконе стоит. Убиваем. Они подняли здесь терминал, поэтому сейчас сюда может прилететь инфил, хакнуть терминал, выгнать здесь технику. Я не в инфиле. Инвиз Сандик с депоя. Как вам, по-моему, забежал на первом этаже. Так, ребят, мне надо как-то хак повесить на следующем гексе. 25 секунд до хака следующего. Блять, они нас рашат. 25 секунд. Чего они нас рашат? Не вижу никого, контроль. И на первом этапе. Так, фантомчик, я пошел вниз. Ты контроль. Ну, на лестницах стойте между первым и вторым. Не бегайте, я скатер, я их сейчас сам на вас выведу. Так, что у вас там? Инфу дайте. Бегу к точку. Начинаю хакать точку. Так и? Да, начинаю хакать. А, Эйпл, сажай гал быстрее на крышу. Крашу. Все, пехота ушла, съебалась через инвестандр. Прямо сейчас. Гал сажай, все, улетаем. Красава, великолепно сделано. Точку хакнули. Точка улетай. Наша. Гоу, точка гоу, наша. Гоу, вылетаем. Так, передай... с пехоты ухожу, Кейр, с воздуха. Да, давай, давай, давай. Возьмите инфиля, пролетите над вражеским терминалом и хакните его. Верхний ген. Так, не зачем. Макс вышел. На первом этаже? Харасеры на крышу. Харасеры на точку Макс идет, и 4... Бля, у меня арчер есть. Работаю в паунде. Айси, айси. Бля, меня убили сзади, арчер дал ему в голову. Я пинный терминал. Блять, я не смог продавить. Ничего не будет, да? Ребят, давите их на точке быстрее. Давите на точке, срочно. Нет, не получится. Почему? Блять, ну я попросил инфилом прилететь сюда и хакнуть терминал. Выгнать технику, но. Да ребят, есть сандер. Ну какая разница? Ты думаешь, этот сандик один долго простоит? Много у вас лирики, блять, тихо. Сбиваю маски. Сбагнут. Ребят, они на предыдущем гексе, все пиздец, пехота уходить на предыдущий гекс. Предыдущий гекс пехота ушла. Провалили атаку. Не успел. Надо разделиться на две группы. Так у нас и было разделение на две группы. На точку проходите, блять. Может мы сможем. А все, они нас хакнули. Ребят, все отходим на предыдущий гекс. Все на предыдущий гекс отходите. Все на предыдущий гекс. Передоз. Передоз, не надо мне больше этого говорить. Все на предыдущий гекс отошли. Хорошо.
У нас тут Сандра нету возле точки. Пошли с катеров сольем, слышишь? Пошли. Ну что там на предыдущем гексе? У вас больше, нам нет смысла с катерами уходить, мы здесь останемся. Прямо на точку встаем. Все заебись. Подождите, сейчас мы как покинем. Ждем, как взорвется. Давай, давай, чисто, чисто, чисто. Ребята, заходите, заходите. Давай, давай, выбивайте, это очень важно, потому что мы стоим уже на точке на вражеском. Москит на крыше. Резкий, легли, резкий. Мы. Ребят, мы на точке. Мы на точке. Не можем выбить. В смысле? Вот в прямом. Блядь, Терес, уходи. Редипой, все редипой. Мы запылились. Я один остался. Все редипои, все регрупп. Вставайте. Ребят, все редипои, все регрупп на биолабе. На биолабу все отходите. Все на биолабу отходим. Все отходим. Еще на вальки дропаются. Да, все отходим на биолабу, все нормально. Да, еще куча москитов летит. 78% всего тут, блядь, вот эта атака наша, конечно. Все отходите вниз. Все отходим вниз. Так, пул. А, нужен один. Скажите, что нам нужна поддержка, но у них тут 78%, 24-48. Да. Передай, Раксман, что у нас проблемы. Так, уже запросил. Так, пул делаем. Слышите? Все вниз спускаемся. Один вангард, два саппорт Сандера. Приняли? Беру саппорт Сандер с лотом. Давай. Сразу два стрелка надо, ну, чтобы авиация мало. Быстрее, ребята. Давай. Все, быстрее. Беру саппорт Сандер. У нас волкер. Два стрелка, выйдет. Все, понятно. Да. А танка нету, танка нету. Где танк? Танк-то где, ребят? Воздух справа вверху. Ладно, начинаю работать. Мне нужен один вангард, ребят. Вангард нужен, чтобы разбивать их, Ниссандр. Все, выезжаем. Поехали. Сейчас платун подойдет. Кирилл, a lot away. We see, we have four walkers. Вангард, снимай вражеский. Вангард, давай сяду с руком. А, только не проеби этот. Не проебите раньше срока всю эту хуйню, блин. Нам надо сандик найти. Депо, у нас типа минута. Да. Собираемся. Максов надо брать и рам. Берите максов. Да, максов сколько можете, столько и берите. Быстрее. Быстрее. Ко мне. Полный регрупп. С максами. Кто может, берите максов. Идем через балкон. Эй, на балкон. Ставьте маяк. Проходим через балкон, повторяю. Педики поднимайте. Конкаш пошел. Все, rush, Russian the point. Russian the point. А, тяжелый бой. А лестница отожгли между первым и вторым этажом. Мы остаемся на точке, и остальные пушат. Ну наконец-то. Заебись. Все на точке стоим. Все, все стоим на лестнице между первым и вторым. Все, стоим. Не дергаемся. Так. Че, может быть, мы на вангарде прокатимся? У вас вангард есть? Да, еще живой, мы поломали им 4 сандика. На следующий гекс, ну я знаю, все, молодцы. Ну все делайте правильно, тут, ребят, все нормально. Так, у нас есть Сандер на юге, у нас так, есть... По-прежнему 4 москита как минимум в воздухе. Слышь, ну они там нормально, ты не отстаканы, 4 баунти Так, тихо, стоп. Слушайте,
что сейчас будем делать. Apple тут? Да, я на этом. На позиции. На этом. Как только пойдет инфа, что не пошел карту, короче, ты я ухожу забираешь. Из Вангарда. Я пойду на следующий гекс, у меня там раздеплоен сандик инвизный на севере. Так мне стало. Да, я пошел грязь делать всякую разную. Мне, знаешь, кажется, что нам, наверное, проще будет галабу забрать, чем это. Да, блядь, да. На самом деле, такой фейл. Кстати, на следующем гексе я сейчас перехакаю терминал. Здесь можно будет выгонять технику. Окей. Может быть, все-таки мы скинем несколько сандиков вниз? Ну, харасера вы должны скидывать два, и хотя бы один сандер. Но у нас, видишь, проблема в чем? Надо еще одновременно дефать верхний генератор. Mm-hmm. Как мы это сделаем? Сил не хватает. Ну, не надо его дефать, то есть регрутнуться на этом, на первом этаже. И ждать там, не надо сандер туда кидать. Зачем туда сандер, вы все равно его на точку не затащите. На одной секунде не забрали. Окей. Хорошо, ладно. Молчим. Я возьму скатер, короче. Еще одного скатера беру. Ребят, пул инженеров больше нужен. Нужен еще один инженер. Кто в рояле стоит, ребят? Прямо сейчас. Еще одного инженера берите. Понятно? Так, сейчас дайте подумать. Ребят, нам нужен минимум один харрестер на точку. Это будет фантом. Нам нужен один сандер на первый этаж. Один сандер на первый этаж. И мне кажется, мы должны сверху оставить один ривер, который должен контролить вот эту парашу, которую там пытается ген починить. Сейчас поняли, о чем я говорю? Только так. А иначе они нас будут все время отрезать. Так, пул москитов летит. Галу нашу разбирают. Да, я вижу. Они все поняли. Я работаю с Вокеров, пытаюсь все это самое. 3-4 секунды, ребята, потеряли. Они сейчас на... Бывает, ничего страшного. Очень много воздуха у нас вражеского. Ребят, все, если не можете, блядь, хэвики, хуярься с граундеров. Стараюсь с Вокера отогнать сколько смогу, блядь. Очень много либеров. Блять, вроде я отогнал эти либеры, ебучки. Так теперь надо с москитами бороться. Пиздец, вот авиация, нахуй, хуярих всех. Все, отбили. Шатаем ген. Шатайте. Так, белки пока нету. Угу. Еще 3 минуты. Ракс-Макс тут? Ракс-Макс, ответь. Ракс-Макс, гони мне Galaxy один сюда. Герс, нам еще 2 человека, чтобы тут сразу технику выкнул, харасил. Понял, почти понял. Один. Понял. Кто тут со мной? Выгоняй, Харёк. А, у меня сандик за деплоем стоит. Ага, восьмой, уйди на следующий гекс. Браво 8, давай на следующий гекс уйди. Браво 8 на следующий гекс. Хотя выход не есть, просто короче, балуй, я тут раскидал противопехотных, противотанковых мин. Короче, пока время было, надо было заняться организованной всей этой хуйней. Смотри, они нарезались. Да, нарезали. Ну, трое пока что. Гала идет. Они летят на нас терминал, он сломанный? Да. Сломан, мы унесли чуть-чуть. Последний раз был сломан. Сломан, я понял. Валька, две вальки залетают на гетс, две вальки. Готовится к дропу. Хэвик идет. Все нормал. Держим лестницу, все нормально. Убил с дробашом. Еще один там. Все, ебашьте. Добил. Еще один идет. 12-24. Стоим. Форч репейр. Стоим. Убил еще одного. Сандик за точкой взорвали, у нас нету респада. Есть. Пошел хакать второй ген. Есть. Балу на верхнем останься. Балу 80%. Все пехота должна вернуться. 24-48 у нас. Передай инфу, у нас, короче, опять платун ебанулся. Я авиацию не смогу выгнать. Тут пиздец. Балу, уходи тогда, наверное. Ребят, все, это полная хуйня. Отходим на предыдущий гекс. На предыдущий гекс и отходим. Выгони подкрепление. А, биолаба, все биолаба. Все респаун биолаб. Биолаб. Все на биолабу отходите. Все на биолабу. Их очень много. А, Макс,
передавай срочно, что у нас платун дропнулся на точку. Да-да-да, помощь уже идет. А все отошли на биолабы. Так, мне нужен пул, слушайте внимательно. Два вангарда, два вокер Сандер. Да, да, ривер нам тоже поможет. 47 тоже. Я понял, я беру Макса. Фалконов. Я, то есть, помогу вам разобрать всю эту технику. Так, на севере регруппимся. Так, Керус, мне к вам возвращаться? Да. Пиздец. Ну, либо я здесь ген охраняю, потому что здесь сломанный один ген. Чтобы время выиграть. Так, регрупп есть? Все, пошли. Поехали, поехали. На мины, только на мины не нарвитесь, они все минируют. Бля, меня локают. Короче, уходи сразу, уходи сразу. За тобой либер. Все. Давай, 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 аккуратно, аккуратно. Я сломаю всю ихнюю технику, ребят. Снимешь маску? Шканки. Я тоже не знаю. Две мозги. Блять, блять! Какого хуя? Почему не прикрыли? Только что Макса проебал, блять. По хуйне по какой-то. Ёбаный в рот. Так, пульте один Сандер и гоните его на север, ставьте там. Что делать? Сейчас Гекс проведем тогда. Где был второй Сандер? Не знаю, приебался. Его не было монтировано. Сейчас выглядит какое-то поебение, не знаю, там против вас. Почините ген на себя. Так, тихо, стоп. Стоп, 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 стоп. Помощь просили. Мы попросили помощь. А вот Сандер будет, Сандер будет. Зафармить. Тихо, тихо. Через мост не идем, через мост не идем. Ходим слева. Слева проход. Кто под мостом? Встречает на улице. Слева под мостом. Сандер с юга поставили, можно с минимум. Да, все, сосвижного Сандра, все идем и проходим на балкон. Если бы меня, блядь, прикрыли тогда, я бы уже все там разъебал. И не прикрыли, или пошли налево. Пошли слева. Слева на балкон. Слева на балкон. Пошли через балкон. Там дави на второй этаж. Раш, 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 раш. Доль стен, доль стен. Не спешим. Стоим, стоим. В позиции стоим. Так. Слушай, если мы не можем взять со вторым вообще, если смысл нам на нее столько сил тратить? А, они всегда у нас дропаются в тылу, да? Нам надо их харасить, ничего не пойдет. Да, наша задача сидеть тут. А мы не сможем отсюда идти. Да мы сможем вернуться сюда, если они еще сюда предпримут этот захват. Можно помочь никому другому делать, если то, что говорил. Ты подумайте. Так, ребят. Так, слушайте внимательно. Мне нужно два инвиз Сандера. Один инвиз Сандера надо поставить здесь. Кто доброволец? Быстрее. Да, могу. Все, Акус, ставишь здесь. Дальше. Мне нужен второй инвиз Сандера. А у меня есть... один инвиз Сандера все еще стоит там. Где? На предыдущем, на следующем гексе? Там два. Да, на Сапперейне. Да. Все, заебись. Вот там инвиз Сандер ставишь. Только его надо поставить. Обновить, ну кто-нибудь сядьте в него. Я сейчас все. Я обновлю. А, все. Добегу. Так, Гао есть у нас? Apple, Galaxy есть? Нету, Алисов. Кто может выгнать Galaxy? Тоже нет. И у кого нет ресурсов? Подожди, он пропал, что ли? Этот... Нет, два Сандра есть. А, вижу, вижу. Акус, ты ставишь свой Сандер на север? Да, да, я ищу. Все, Инвиз Сандер, Инвиз Сандер. Это Steel Club, да. Так, дальше, слушайте. Galaxy никто взять не может. Валькирия заходит с юга, приготовиться к дропу. Валькирия. Дроп пошел. Помощь нужна, говори, Кирс. У нас тут троица еще.
А, Гал летит. Над следующим гексом Гал. Да. 12-24. Над следующим гексом. Да, над следующим гексом Гал. Не знаю, летит к вам. К нам летит 100%. У нас Сандера, 3 Сандера. И Валькирия еще. А, нормально. Все, ребят, я сейчас приму, блядь. А, дроп на крышу, прошу, ребят. Их 65%. О, платун быстрее сюда, блядь, вызывай, это пиздец. Минус один. Сейчас Сандер самый. Порч, камхи, порч. Я все сломаю, блядь. Блять, меня бульдог накрыл, они гал подогнали. Сандер горит, добивайте, ребят. Вражеский Сандер горит. Ребят, берите циклон, блядь. Просто шутать. Они на точке. Один Сандер еще положил. Sunday coming up to the back of ours. Так, ривер беру, помогу сразу. Давай. Ребята, регруппимся все на этом. Возле тоже балкона. Ривер возьму. Возле балкона регруппимся, сейчас будем рашить. Полный регрупп нужен, ребят, полный регрупп. У нас хакнули северный лепесток. Да, хуй с ним. Полный регрупп. Полный регрупп на мне регрупп. Не регрупп, на мне регрупп. Идите ко мне все. О, все, пошли. Раш через балкон. Пошел внутрь. Еще стандал. Еще голова. В атаку, блядь. Антистан пошел. На крыше они. Ребят, давайте, подпушивайте. Подпушиваем. Ребята, меня просто уже фармят. Я в провинции стою. А, регрупп на Сандере. Полный регрупп на Сандере. Нет, прекратите меня прибавить. Регрупп на Сандере. А, двух скатеров берите. Скатеров или одного скатера. Регрупп никуда не двигается. По складу ровно на точке сидит, мы их так не пробьем. Полный Сандик регрупп. Еще. Бля, ребят, зачините этот ворота. И какого хуя, блядь, никто не может зачинить ебаный генератор, ну серьезно. Сколько у вас времени, я не знаю, вы ждете команды что ли какой-то, блядь? Кто не взял инженера, пошел зачинил. Скатеры есть? Пошли. У них еще дроп на крышу. Еще дроп. Стандал на второй этаж. Готовится. Зафармил немножко. Давайте атакуйте. Я лег. Их 63%. А, вон мишники раснулись. Блять. Они бегут. Да хуя вообще них. Да. Ребят, раньше все время с балкона и нишники с другой стороны ударили. Спасибо Аку за Сандер, который поставил, реально. Без него бы сейчас было все хуево. Рашим. Так, Смакс. Ребят, вот сейчас будет время. Почините, да, генератор. У вас было 3 минуты, блядь, никто даже не додумался его починить. Приехали 4 сандика, спокойно заехали. Да нельзя, блядь, такой хуйней заниматься. Не санов заехали, там гейфизер, но. Ну какая разница, но сам факт, они подвозили сандики. Андрей, просто всегда не видим сандик.
от башни. Галага. О, красава. Забили. Галага на самом верху. Как нас отопнем тут, возможно, блядь. Чё-то не знаю. Дроп был, дроп. This is just Tisha on all call. There's 59 minutes remaining in the match now. 59 minutes. Так, бизнес Сандра есть. Пойду в одну. Идос, отправляйся на следующий гет. Да, я пошел. Так. Что у нас дальше? Баул, ты в Москве? Нет, да, в Приваке. Виси на следующем гексом и смотри мне инфу давай. Что там происходит? Сандра много. Так, вот этот из Сандра они не палят, значит мы с него будем сюда резаться. Тут, блядь, дропается, что-то, блядь, никак пойти мало. 2448, блядь? Заруба, авиацион. Все, я понял. Так. Так, я пойду хакну терминал. На следующем гексе можно выгнать хакнуть терминал наш, на следующем гексе. Так, харассер, хуясер. Браво 2, браво 10, выгоняйте харассер. Я возьму деплой Санник, здесь еще один, второй за деплоем. Браво 2, браво 10, примите команду. Какие Санники? Остальные на точке стоят. И харассеры, если будете на точке, то все остальные просто вернутся. Санник, что, просто развернуть деплой? На следующем гексе не надо деплой Санники, две штуки есть у нас. Один. Я сейчас второй разверну, разворачиваю. Харассер загоняй, вот, если там не знаешь, что взять, бери харассер. Там куда его закидывают. Только на мину не взорвитесь, они видно заминируют сидящие. Белки есть. Есть, да, все, сиди и жди. Если тебя начинают ебать, просто улетаешь. Угу. Все, стоим. Ребят, все. Теперь же ход за вами. Сараксиком, наверное, возьмут. Нормально. Гала полетела на наш гекс. Вижу. Приготовились. У нас Макс и есть здесь хоть один. У нас Макс нас сейчас выебут. Они наши столпы просто ебут. Да, гол. Пиздец. Приготовились. Первый этаж. На лестнице есть. Отошли. На лестнице отошли. Pick on up, pick on up. Положил всех на точку. You got a Valkyrie going to Zilas. Точка чистый кем. Да, заебись. Все. Дома отбились. Молодцы, я отбились. Просто смотрите их там, блядь. Мы сломали один генератор, сейчас будем ломать второй генератор. Бегу. Да. Принял. Я убью. Я перевернул меня. Молодцы. Отбились. Красава. Так всегда их принимайте. Стали, все, четко, заняли позиции. Они дропнулись, мы их выебали. Все. Тебе дороже друг. Грузите второй ген? Да. Ага, грузим второй ген Керус. Ну, а у нас, блядь, кстати, их больше. Это значит то, что через минуту можно будет точку хакать. Минута, окей. А, Apple, все красиво делаешь. Великолепно. Так, смотрите. Ну а Раксикоми бы в субстейшене помог. Да, нас хотят на субстейшен. Блядь, ну... скажи то, что мы сейчас через 30 секунд можем хакнуть с аптренингом. Понимаешь, ничья сейчас пока. Они на наш Сандр едут. Мы, короче, идем на субстейшен или нет? Сколько надо? Я не знаю, минуту там, да успеем, если что вернемся. Все в гау дроп. Не дроп, дроп на крышу прошел. Кирос, ты wanna pick in? Ну останься, трое человек там на гексе. Я остаюсь. Назад. Я умер. Регрупп, все в гал, регруппаемся, выполняем команду, которая... Блять, ну хорошо, отъедь назад чуть-чуть. Регрупп в гал. Кто едет? Все, вот так. Лети пока. Вылетай. Куда? На Аураксикон. Быстрее. Ребят, кто резнулся в гале, тот и летит, все, вопросов нет. Так, встаем на саму точку. Приняли? На саму точку, да, там дроп делал. Там есть горка, горки прижимаемся. Okay, we can push it now.
Ребят, вы там можете? Много, ребят, пропушить можете? На старторе на них надо. Нет, да? У нас дроп на точке. Вернемся за отель. Да, вернемся. Oh, we have new target. Дроп. Точку на точку все. Здесь бить карт. Отлично. Ребята, регрув гал. Все регрув гал. На сапиране можно на точку забрать, где мы сломаны. Да, все регрув гал. Все, кто здесь есть, регрув гал. Там верхний, по-моему, починили ган. Гал, этот, ген. Куда ты бежишь? Да, верхний починили. А гал, гони нас на наш герц. Принял. Наш герц и сажай опять. Так, акус, ты здесь? Да. А опять бери Глиссандр и ставь его в той же, ну, где в прошлый раз поставил. Принял? Шо? Акус, не нарвись на мины, возможно, они все заминировали. Так, дальше. А, стоим опять, такую же хуйню творим. Передозик, давай по новой. Да. У нас, да, у нас нет другого варианта. Как... А, хакают Кселосандр. У нас дроп, ну, да. А мы уже подлетаем. Нас хватит. Двое. У нас уже хакнули. Я понял. Хватит нас все зачистить. Хватит. Дико, снесите на крышку. Дроп, все дроп. Битон снес. Yep. Все, я там всех расхуярил. А, там еще кто-то есть, блин. Там на первом этаже еще висел. По-моему, их не бикон. Бикон сломан вражеский. Где-то у них первый. Гала летит сюда. На лестнице отошли, между первым и вторым этажем. Приняли команду. Или команду. Ты вообще хорошо их оформили. Вообще красава. Вы сколько там секунд? Все. Гала на подходе. Гал дроп. Еп. На лестнице, между первым и вторым на лестнице отошли. Все? Они выебаны. Да, выебаны. Молодцы. Ребят, все, предлагаю вам летит. На Е6. Е6 охуенно заходит. Хуяришь. Циклон тоже. Циклон просто. Так, Мышка хорошо заходит. Да. Дайте мне инфу со следующего гекса, что у тебя там передос? Хакнул ген, но у меня тут 4 врага, они его забрали обратно. Блять. Инженеров нет, если есть. Враг. Балу. Да. Так. А зачем не в Геоксе репер? На следующем гексе это охранять ген. Геоксе репер, форч, он за руф, плиз. А, Эйпл, после того, как ты реперит Гео, опять отводишь его, ну, куда? Позицию. Принял. На запад. И сажаешь его. С регалдропом мы должны накрывать с бульдогов, блять, и с приемом, вот, чтоб... У них не должно быть другого варианта. То есть мы по ним бьем, они должны только сразу бежать на вторую. Мы их тут же кладем, всех кладем. Если мы их не бьем на крыше, они могут расползтись по всему зданию и начинать вот это поеботить. Их же больше дропится, чем у нас. Надо сразу всех класть. Так, ладно. Молодцы. Все, шатаем ген верхний. Тело со стороны. На нет анализа. Бэд гекс. Бэрю бэд. Дроп Вальки на агельс наш. Все, заебись. Приготовились. Кал дроп. Все, бульдог. Да. Красава, дроп, красава. Все дроп. Все, охуенно. Все, отхуячили, молодцы. Мы какие-то другие гексы запасили, да? Я так понимаю. Вражеский сандр. Да. Вижу направление. То, что здесь такой оверпол был, блядь. Два вражеских сандра. Так, в общем, та же схема, я вверх пасу. Да они с первого этажа уже лезут, они что-то поняли. Велоси даун, сейчас еще одно принесем. Верхний слово. О, уже на точке. Нормально. Блять, они нам в спину зашли, ёпт, сука, их дропнулся. Вроде столько, что... Точку покрасили? Один стоял на лестнице. Они нам точку... Да, точку покрасили. Пошли быстро, их выбиваем сразу. Балу у тебя не будет сейчас, это... А, сверху хэви к вам прыгнет сейчас. Не прыгнул Балу, убил его.
They have an AMS behind us. Beacon up. За точкой Сандик. Его сломать. Сейчас он с Фокером, я не могу работать по зданию. Тебе сейчас дропнуться на передос там делать. А 7 АТР, это кто такие? Ребят, просто фармим их, ребят. Играем сейчас от фрагов. Точка чисто. Да, все, я медика забрал. Все. They have an AMS south of ours, guys. South of ours, by the equipment terminal. Да, там невидимый Сандер. Ребята, они в первый этаж заходят. Где? Вижу, вижу. Point. Destroy Сандер. С нашего Сандера прям можно поднять. Да. Два хэвика на точке. Don't flip point. Destroy any Сандер. Пошли на балкон. Балкон. Пошли. Аккуратно, на ПКМчике. Охуенно. На лестнице встали. Передос. Здесь? Да. Минуты. Угу. Блять, тут Сандик развернули. Да, я сейчас пригоню на каком-нибудь херне. Приеду. На харке там одним пометом лишь. Да можно взять с мина, я вот сейчас положил две мины. С башни где-то пехи идут. Я вижу. У них Сандер там стоит. На башню. Он за норд. Все на север. Пошли. Эйпл, смотри под ногом за точку. Окей? Постараюсь. Все, давай. Вот он, Сандер. My bad. Рядом с ним хэвик. Ломаем нахуй. Он внутри сидит. На точку, все на точку, он заходит. Кирас, релоуд. Все, давайте обратно. Посмотри, куда он его увел, видишь? Кракс 96 плюс наших. Бомбануло, по-моему. Да, наш платун туда ушел. Просто его увез на предыдущий гипс. Кто это все дропается, у нас тут сливается? Кто это такие вообще, блядь? Да пускай сливается. 7 АТР, это кто такие? АТР. АТР, наверное, блядь. Так, инфу мне дайте со следующего гипс. Ничего. Че, блять, у нас. Че, вы откатили точку? Да, конечно, у нас уже полный откат уже. Все, Хакуген. Харки гоните. Так, ты Антон. Тормозишь. Фантомчик. А, держи харассер, пока здесь. Фантом, гони харассер на следующий гекс и закинь ты, пожалуйста, вражеский генератор, который находится наверху. Так, мне нужно присутствие одного ривера. Быстрее мне один ривер сюда. Кто может взять? Вообще похуй. Ты бери. Передос, я южную сторону смотрю, два входа. Смотри северный. Хорошо. Все. Я просто там уже столько их нафрагал, когда они на этом лифте прыгают. Ну я просто тут стал на скале два. Ну я понял, хорошо. Все, стоим. Так, 11%. Здесь какой-то сталкер сидит, будьте осторожны. Я видел его. Да. Вот здесь. Забей на него. Так, стоим. Мне, вот слушайте. Преугольный камень обороны. Мне всегда важно, чтобы на Хейлос Нордгейт на западе стоял Сандер, чтобы там постоянно сидел Гэлакси, постоянно там должно быть. Если они сюда нагоняют всякой хуйни, мы делаем пуш с биолабы, с техникой. Один танк и Волкер Сандер просто с разбега. Так, а сейчас попробуем по скорости их обыграть. На этом гексе вообще врагов нету. Они все ушли куда-то. У нас массивный пуш на куда-то в центре, там заруба. Пойду оформану там Керес на Роксиконе. Давай, Лиси, формани, расскажешь, как дела. Кирус, сейчас, пока они все ушли, самое время подготовить атаку, пригнать сюда Сандики, ну, по крайней мере, один кинуть вниз, а харассера скинуть вниз. Тут жопа, короче. Сейчас у нас верхний сломан, через 45 секунд можно будет хакать точку. Понял. Пока стоим. Вы пока мне флип точки не даете, я отсюда не уйду. Да правильно. Нет, я к тому, что может быть кто-нибудь изъявит желание. Я сразу макса беру, когда бы на макса. И я беру одного макса. Два макса беру. Там посмотрим, блять. Если надо, больше попрошу.
Бля, конечно, такой пиздец то, что этот гекс вначале отдали. Так это, туда, блядь, самый сложно берущийся гекс, мне кажется. Блять, так вообще туда дропнулся, блять, под 75%. Причем в этом. Мы забрали такие гекс, как мы. Гала летит сюда вражеская. А, блять, быстрее мне давайте скатка будем, блядь, на следующем гексе. Ребят, иначе нас сюда идут, блядь. Гал дроп, Ракс ком. Виси. Один пара секунд. Побежал на второй ген. Все, на нижний? Есть проход на точку. Быстрее, блять! Кто-нибудь побежал на точку? Флипую точку, флипую. Ага. Все, уходим отсюда нахуй. Я пока их фарманую здесь. Уходим, все. Взял Максайду. Я убил наверху. Кир, не, ты все, в пехоту все... или на ривере остаться? А, нет, ривером. Ты... Флипнул точку. Ривером? Флипнули точку, вся точка да, наша. Да, ривером. Я сейчас скатер беру. Скажи, ривером. Скажи, блядь. Кемпе, верхние проходят. Можно... Короче, я хуй знает. Ракс Макс. Дроп. Да. Передай нашему путуну, что то, мы, что мы начали, таки прошли, да, блядь. Да. Не прям сейчас, но, допустим, там, через 2 минуты. Еп. Так, ребят, 3 макса сейчас. 3 макса ровно. Больше максов не берем. Мне, так, сколько у нас инженеров? Так, вижу, инженеров достаточно. Так, сколько харасеров внизу? Инфа мне нужна. Один, два? Один. Один, ага. Еще один харасер гоните сюда. К нам придут подкрепления. Еще один харессер сюда, вы должны максимально долго стоять. А, так, нижний сандик обновите, пожалуйста. Или сколько там, у кого там тайминг. Понял. Есть. Так, турелер оставьте. ПТ-минер, хэвик, блядь, инженер, ПТ-минер оставьте на местах выхода вражеских максов. Быстрее, блядь. Прям сейчас разбрасывай. Раксмакс говорит, что все, мы держим. Четко ставят, но теперь уже... Даже с максами достали. То есть если, объясни, блядь, если мы сейчас это опять не заберем, это ебота будет до конца стороны. Если сейчас берем этот вес, мы просто прорываемся на свет. Да. Мы просто, да, выебим еще как минимум 2 гекса. Наши красавцы на 2 дефа, на максимум. Так, нам пришли конзы. Врагов нет, конзы. Ничего не ливнули отсюда. Они Орсикон пошли, блядь. Ай, смотри. Хуй с ним орёт. Да, хуй на них вообще не тупые, блядь. They're all connected at Rockstar Substation, so... Yes. На точку встаньте, блядь. Пехота какая-нибудь. Флипайте поинт, блядь. Слышите? На точку встаньте. Желательно с флаком. Да, блядь. Патроны еще там, рысь, блин. Я хочу, чтобы этот текст был наш, блядь. Мы здесь не были. У нас тут платун, как бы, мы должны его сейчас взять. Они не успеют просто, по-моему. Чинят верхний ген, походу, по карте. Ривер, че там за хуйня, блядь? Уеби их, Валькирию. Бля, какой... Они дропнулись, да, на верхний ген, но медик... Че там там? Ривер, хаммер, не наверх, быстрее, архаммер наверх. Макс наш ходит на гене, нормально. Фантом, что хотел? Нет, чисто все на гене. Ебись, и не давай им вообще да упущение. Да, я понял. Отвлечу заправиться. Гал есть? Apple, твой гал сохранился? Да. Вот, ребят, потом мы максами поднимаемся, грузимся в гал и за всю хуйню. Так, я вижу, Сандра уже на севере. Можно уже вести дальше. Давай я дальше повезу свой сандик. А там диплайне. Уже есть один Сандра. Давай, вези уже. Еще один. Вези, хуй с тобой. Я поставлю и сразу встану на точку. А, сразу весь подпасть. Редактор идет на точку. Весь РО на точку отойдите. Все на точку. Прямо саму точку подойдите. Ну, пусть соберут. Все, они даже не будут туда ходить. Походу они сдались уже. Нет, они восстанавливают свою территорию, которую мы отрезали, но мы у них за это время 2 гекса забрали. Дальше просто забежал какой-то параш. Galaxy в воздухе. А, Galaxy, поближе подгони его к этим, ну, к дыркам. Чтоб... Ну, короче, все, просто посади где-нибудь, и мы выйдем и съебем. Южная дырка. Принял. На южную дырку. Максов заберут или перенесок? Нет, Максов забираем. Южная дырка. Да, на южном. Там разложены какие-то сандеры, и мы можем брать сандеры союзные. Пират.
тут уже хакнули следующий гекс, тут уфошники сидят. Пошли, пошли. Гау, грузинцы сразу. Бля, я пошел, бля, хотя наш Сандер. Конечно, райтинг. Как так? Макса взять? Нет, у нас уже есть Макса. Слушай, а кто-нибудь может резнуться сейчас, прямо сейчас, северным сандиком, который на север стоит, ребят? Гоу, 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 гоу. Ребят, на северном сандике резнитесь, пожалуйста, заберите его себе, сядьте в него кто-нибудь, я потом что лайтинг буду. Браво, 12, сделай команду. Давай. Все, я выгнал лайтинг, забери себе сандик. Отлично. Сел сандик. Так, дальше. А один боевой сандр будем подгонять или нахуй? Да нахуй у нас трескатор. Дроп. Все, дроп. Все, все, все. Надо эпика поздравить. Без подъема говорю. А что такое? У гексом засчитали. ЛПСом дали? Да. Почему? Да не важно, хуй. Надо просто поздравить и все. А, хорошо. Мне просто странно даже. Хотя. А что они делают? Бля, где враги-то? Уроксис такой фанат. Враги? Так есть хилс надо, чтобы у нас кто-то полетел. Балу, полети просто хакни. They won't take. They won't take that. No way. No way will they take a Raxicon. Firearms. Only have to hold one point. Идут. Хуй этого Макса, блядь. Репейр. Он за fast forward. Максы, идут много Максов. Похуй, да похуй на них. Ребят, паблик их пропустить. Да их там херачить. Если поближе подпустите, я еще с этого буду хуярить. Лайтнинг, да. Репейр. Фестфор. Так, передаю лидера на... Слушай меня. 224-й, маяк ставь сзади, на двойку. Принял? Принял. 224-й, маяк. Тебя сбили? Так, если шо, 50 на 50. Я понял, да все, сейчас маяк все будет. У нас гала работает, да? Да. И хейлайтинг работает, твой. Медик, вы не знаете. Не, ну я пока не работаю, я жду, когда они поближе подойдут. У меня там не достаточно. Не-не, все, выходим. Заходим в здание, авиация. Заходите, 55 секунд. Много там авиации? Нет, один, по крайней мере. Репейр, форшт, репейр. Двое. Все на точку. Первый этаж. Быстрее. Ко мне сюда. Большая лестница. Покинуть позиции. Всем вернуться вниз. Внутрь. Площадка и точка. Все сюда. Встаньте на площадку, тем же станем гранатами, чтобы мы смогли на точку отойти. Не знаю. Спотера нету, кто у нас там запасной этот инфил? Да никого нет. Никто не идет. Фрейм проебался. Блин, фрейм, я ж тебе говорю, на этот гекс. На точку, все на точку. Нет, не на точку, площадка, точка, ты сказал. Нет никого. Пусто. Никто не идет. Так, гау у нас есть, да? Да. Заебись. На меня уже. На самом деле. На двойку. А на двойку быстрее, ребят, почините наш гау. На двойку почините. Быстрее, на двойку, инженеры, почините наш гал, быстрее. На большой лестнице ремонт, отойдите, потому что я еще поудохну. Отработайте по моську. Мы работаем. Раз, две моськи. Давай, красава. Одна скорость. Четыре. Работаем. Кирус, я поехал на сучке. Давай, ты ехай, а мы пока на гале посидим. Сандики тогда забери. Все, чинигал, не чинигал. Давай. Федор, зайди. Да. Хейлайтинг, на пару. Ой, как много летит. Ну я хакну точку и сяду обратно в лайтинг. Вам бикон ставить? Да. Блять. Гал!
Грузитесь, гау, вылетаем. Максим, гау. Вылетай, пехота в регипой. Быстрей. Фаст. Ты быстрей. Они на перезарядку ушли. Потёк. Тихо, блядь. Быстрее. Мы сейчас, блядь, за всю им отомстим, за всю хуйню, блядь, до белого дойдем. Дроп. ПТ мины, проверяйте. Сразу нету, маяк. Нету. Пошел хак. Санди кто-нибудь гонит? Сейчас проверю. Хуянь кто не гонит. Так. Со мной еще кто-нибудь один. Браво 4. Пилотер, ты или нет? Браво 4. Нет, я Максом. 218-й, пиздуй на предыдущий герц, гони сюда Сандер. Я возьму боевой Санди, кто-нибудь еще один со мной, здесь прям возьмем. Со мной здесь кто-нибудь. Здесь, бери. Да, хак, ты хакнул? 218-й, я беру боевой Сандик, завожу его на точку. 218-й, бери Сандер, инвизный Сандер. Слышишь меня, что я тебе говорю? Возьмешь 218-й инвизный Сандер, загонишь его на юг, где находится Лайтинг, и загонишь его на герц. Принял? Поставишь его в зеленку, за забором, внутри герца. Дальше. Максы стоят на тройке, на малой лестнице. Обратите внимание, что тройка заварена, да? То есть у нас здесь только одна дверь. А, боевой Сандер, ты должен контролить северный фланг. Принял меня? Принял. Ты на север, да это похуй. На север ставишь Сандеру. Тут вообще лучше на юге кататься. Нет, на север. Окей. Скажем, на юге босс. У нас, да-да, ты мне ставишь Сандер на север. Стрелок нужен один, по крайней мере. Окей, посмотрим. Да лучше инженера. Нет. Готовьте все как положено. Сандер северный ставит. Просветка у вас стоит. Сейчас бекончик поставлю. А че там за Сандер, блядь, за тупок на севере? Гони его на юг. Это я, подожди, я бекончик просто поставил. Окей. Вам сюда поближе. Так. Инфил, слышишь меня? Ты я маяк, в Сандике. Ты маяк-то поставил, блядь? Да, говорю, только что я слазил с Сандиком. Все, я понял. Почему. Нужен один знаю. Стрелок, Сандик. Ты его пока не получишь. Окей. У меня очень мало медиков, мне тебе некому давать. Хорошо. Враг спросил командование, нам типа вот этой херней страдать, гексы красят. Ну это же хорошо. Ну это хорошо, но блин. Ну нет, нечего спрашивать, мы на этой линии мы ее пушим. Да мы уже выиграли это, блин, эти ежу, понятно. Ну а что нам мы пушим до победного. Окей. Два часа играем. Просто я не могу понять Эмеральд, что они творят. Че, они все, походу. Ну надломились уже, но как бы они будут сопротивляться еще. Затулись нахуй. Бифа на крыше, скорее всего. Ваша задача нет, сейчас? Нет, пошел через... Фармить всю эту хуйню, которая к нам идет. Фрейм, ты в инфиле, да? Да. Отлично. Тогда в сандике пока. Позиции заняли. Так, у нас гал есть, да, еще? У тебя просветка на точке стоит, да, Фрейм? А пульт на точке? Гал есть? Пока да. Ну все. Втапте, на варбитре, да, видишь. Я из-за этого саптарейнин, блядь, на котором мы столько ебались. Какие, блядь, оверпопы на нас бросали. Пиздец. Спасибо нашему платуну. Блядь, надо их зачмурить, и сколько можно больше отнять территорий. Финал был разгромный еще. Ну, так уже неплохой. Ну, надо еще лучше. Полностью закрасить. Они, я не пойму, они решили просто фармиться на Ураксис Файрарпс? Да, они походу хотят этот, понял? Типа в статье быть круче. Пусть сидит. Блин, вообще реально не понимаю, что они там делают. Ты смотри, у нас вот идет NC Арсенал, вон туда следчики. Слушай, ну по-моему и нишники, и пиратики тоже решили там это пофармиться. Хули нет? Ну, они сдерживают. Целую массу. Это ладно, слышит. Файрарс он не берущийся. Они сдержат 58%. Они не держат, они фармят. Да, там все это друга фармят, конечно. Все охуенно. Две минуты назад там было превосходящее Галакси, на тройку сажай. Харайстер сразу на следующий гекс выезжай. Так, я в Сандик тоже свой повез. Он там какой-то инвалид. Ну, выбежали кто-то. Четыре. Дави его колесами, прям давил нахуй. Ай, ножами бейте их, блядь. Песня с угрозой. Black Ops пришел. Коротый, что ли? Бейте кулаками. Ops. Кулаками их бейте. Бейте кулаками. А что они делают? Прыгают и топнут. Я повез Сандик дальше. Давай, Сандик. Уже на полпути. Вы через гал пойдете? Мы сейчас добьемся, пидорас.
Че там много что ли резко? Который ты здесь есть, да. Хэвит, меня слышишь? Я. Ножом есть. Справа четвертый, пизды на точку. Раздеплоил Сандик на следующем гет, пошел красить. Крэш. А, Максы в Гэлэкси, саппорты на точку. Кукути, да, хака, точка. Gestation alcohol, there's 29 minutes in the match. Now, 29 minutes. А, Гал поднимай. Подожди. Стоп. Еще один Макс. Начинаю красить. Все. А саппорт, уходите в редеплой, появитесь на следующем гексе в этих сандрах, понятно? Угу. Все. Спасибо. Что, блядь, если мы... меня убили. А у нас стоит на точке, все нормально. Сейчас дроп. Зависни на Гале, секундочку, еще сейчас. Ясно. Терминал хакнул, да? Вижу. Да, терминал хакнул, вам можете Макса взять. Ты Макса взять. Ну, если там вдруг. 4, ага, все, Гал, спасибо. Даже я думаю, что мне не надо идти. Основное направление обороны, блять, тройка. Основное направление тройка. С двойки. Че, на двойке враги? Да. Я на двойку пойду. Ребят, вы на тройке? Макса, на тройке стоит. А, пригоните сюда, пожалуйста, ривер. Эйпл, работай с бульдога по этим придуркам, которые снаружи бегают. Ривер вместо там нужен. Один или два ривер. Склад лидера передаю, не знаю, кому там. Фрейм тебя, весь 24-й. Угу. Ребят, у меня на двойке вижу какие-то пидорасы бегают. Да, бульдогу фарми. Фарми бульдогу. Я Максим. Фарми, блять. Ну, я выйду им спину зайду. Паунда. И чё нам, блять? Где стоит паундер даун? Все, я его снял. Стоим вдоль стен, держимся и даем наши саппорты. Вперед. Ну, спины хуя. Да, красиво. Прям в землю втаптывается. Прям как пружина, да? Которая я тебе говорю, все, блядь. Дали такую свободу. Че белого можем схватить? Да, будет интересно. Ну их нигде нет. По всему фронту. А популяция вроде еще левать не начали. Да, популяция равная. Тут какие-то чуваки попробовали нас пропушить, но что-то у них... Че у нас Макс тут сел на кобальт? Макс, иди отсюда. Девотер, бля. Че такое? Давите, ребят, если вы сейчас там видите их, просто давите их нахуй. Даже да не нет надо никого. Туда. Они, блядь. Они сыкуют. Они ушли, что ли, куда-то? Да, они ушли куда-то. Забирал, да, драться будут. Так, слушайте. Хэвики. Так, слушайте. Так, браво 12 остается на точке. Слышишь? Браво 11 остается на точке. Принял? Браво 11, ты, сука, слышишь меня? Вообще, надеюсь, ты меня слышишь. Остальные сваливают на биолабы. Ставим хак, и только после этого отсюда съебаем. Так, сейчас мы стоим. Основная группа у нас стоит на площадке и внутренняя тройка. Так, сейчас я чекну варпгейт. В варпгейте дропа нет. На соседнем гексе нет никого. Один. Слушай, может быть, что-то не в курсе. Просто смотри, реально, по всей карте. Ну, в общем, просто идет какая-то массовая заруба, то есть весь Эмираль сейчас на Враксис Файрарс. Вообще весь. Может там новое правило, кто заберет Враксис, тот выиграл? Там, хуй знает. Короче, нет смысла брать, я один беру левак и я убью. Окей. Так, тут Волкер летает. Че у нас Платон там стоит, я хуй знает. 5 леваков над нами. Рексмакс, а что там вообще говорят-то? Ну вообще там вот пираты делают и нишники на Араксе Фара, они там что ли статус набивают? Серьезно, блядь, что за... Ну они пытаются предотвратить как бы хак. Захват? Ну да. А можно представиться, а хули они техплант не хакают? Или там Араксе Ком Сабстейшн, блядь, вот такие варианты, никак? Хули они там делают? Вот нет, ну как по логике вообще-то надо гексы закрасить, от которых даже не оттачится. Кей, ты уже командуй зажимать биолабурез. Бля, короче, что-то не финал, какая-то хуйня вообще.
пиздец, блядь, Эмираль долбоёбы. Чему ж все нахуй спать? Они соответствуют своему статусу Эмираль. Так, так, просто, можно... блядь, все нахуй обосрали. Пошли, Игры. На Биалбов заходим. Они сказали, что они будут биться в Вараксис. Ну, хорошо. Отлично. Убьются. А мы будем красить. Гексы красить больше всех. Это мы умеем, кстати. Ну, к нам иногда приходит какой-то сквад непонятный. Убивает на точке, на точке какой-то враг. Убейте его, чтобы он не сбил. Я двух человек не оставил. Убил. Сразу зажимать. 11-й он не услышал. На карту засмотрелся. И чё там, покрасили или что? Да там один разберутся там. Ну, блядь, там покрасили. Кто разберется-то, блядь? Иди разбирайся, я тебя оставил зачем-то. Берусь, а где 11-й, который там нужен? Идите нахуй, точку красьте, вы охуели, что ли, в натуре? 11-й, это ты вроде передос, нет? Нет, я вообще-то 6-й. Передос, ты 11-й? Ммм, да. 220-й кто? Ну и хуй, я не стал на точке оставить. Схуяль ты меня-то оставил на точке? Потому что, ёпта, меня не ебёт, блядь. Я попросил бы, чтобы скотер поставил. Извини, конечно, я не слышал. Такого говна не было. Всё. Ладно, закрыли тему. Потому что реально, я хотел, чтобы ты поставил спотер, да, а я вообще, ну хуя оставлять там, анафиля, ты чё? Ну, блядь, ну, хуйня какая-то. Чтоб такой хуйни я просто было. Даже не ожидал от тебя такого, я, честно говоря, не слышал. Команду слушай внимательно, блядь. Ремонт на зелёнке нужен. Блядь, на всех точках занимаюсь тем, что самые первые звуки раз. Инженеры по стратам ставят. Всякой хуйнёй, ты чё-то тихо, просто тихо. Нелогично. Ну, честно слово, я не ожидал такой хуйни. Да потом обсудите. Да я понял. Ну, извини, косяк, конечно, я слышал. Bravo 8, incoming. Ну в честь наказания поиграешь медик. Так чё мы не зажимаем, я до сих пор не понимаю. Да идите все на респ. Я на респе стою, блядь. Пиздуйте все на респ, нахуй. Все, пошел захват. Это пиздец какой-то, нахуй. Я в шоке, блядь. Кера, знаешь, все предупреждают команду. Нет, все, вышли 2-4, 72%, все, разбегайтесь. Ребят, на малый генератор все отходить, все на малый генератор отходить. Регрут на малом генераторе, очень много реста, все на малый генератор, все на малый генератор. Че я биотер могу поделать, блядь, если хуй забили? Я тебе, блин, заранее предупредил в команду, и ты должен был, блядь, все зажали рест, абсолютно все точки, да. Блядь, перекрасил бы один какой-то инфил там. Я с тобой согласен, но я надеялся, что мои братья все-таки проявят уважение. На малый генератор все идем. Инженеров на площадку поставьте, инженеры на площадке нужны. С двойки, трое, четверо. А там посмотри на тот поплет. Площадку ставим. Банана уже много очень теперь. Сзади. Все. Все на площадке, все на площадке ставим. Нормально. Нормально. Ох ты на малый-то, а! Горячо. Слышь, ну они яростно пушат. Один отряд. Я не вижу. А бою хотели, блядь? Пусите, да, чё? Пошли дальше. Так, встаем все на предыдущем гексе, на Сандере. Быстрее, 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 быстрее. Все полный регрут. Там точку надо уже занимать. Да, нормально, не надо ничего занимать. Да они не пойдут. Че, они ебанутые, что ли? Они будут фармиться на дороге. Пойдем на Биолабу, пошли фармиться в нашу очередь. Там ждут уже. А что-то сами землю фармить, кажется. Не, подожди, с вайтами погодь, сейчас посмотрим, сможем через землю пройти. Запулили очень много авиации с Биолабы. Они не ждут, на малоген пошли, блин, чё мне наебывать. А точку Б быстрее красьте, с разбега бегите. Быстрее. Блять. Все, пошли. Быстрее. Малоген занимаем. Так, иничников. Угу, сколько у нас? Все. Спаун кемпинг. Да, спаун кемпинг, прямо сейчас. Мы занимаем позицию, зеленку. Передай иничникам, что мы зеленку занимаем. Цель зеленка. Выполните команду. Цель зеленка, сука! Хуя, не слышите меня, что ли? Мады, блять, они без маты не выполняют, долбоёбы, блять. Это надо материться, чтобы все поняли. Хуеть, все на зеленке. Охуеть, работает. Эвик. Поднять на зеленке. Браво 12, браво 1, зеленку ушли. Браво 12, зеленку ушел. Браво 1, зеленку ушел. Ящики подпушим.
точки под... А, ведут максу, максу ведут. Если нас начинает давить, отвалимся на точку С. Мы приедем. Можем на пройти. Давай я на зеленке бегаю. Зеленка Макс вышел. Принял. Одна ракета есть, но добивать. Убил. Макс минус, Макс минус. Займите на резко. А медиков зеленку дайте. Идем, идем. Медиков зеленку дайте. Быстрее, 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 быстрее. Ребят, если давят, отвалились на точку С. Если давят, отходите на точку С. Суровый хэви, страйкер. Ревайв ушел. Они через центр вышли, через центр. Много вышло у них. С, все на С отходить. На, дайте мне статус по С. Че с С? На С все отвалитесь, ребят. Я вижу, что их много пушек, но отойдите на С. Один только на С пошел, с ним успел. На С регрупп, на С регрупп. Красят точку предыдущих гекс. Я тут задохну. Там два перца. Я тоже помогу. Малоген, на малоген, на малоген. Регрупп малогенератор, регрупп малогенератор. Все регрупп малогенератор. Надо держать малогенератор. Бикон, передос ЕМПРК. Где он? Тут малый генератор. Форч, смолген, смолген. Все на малый ген, все на малый ген. Все сломал. Все на малый ген, ребят, все заебись. Все, охуенно, сама лечу. На крыше. Ой, ёб твою мать, сколько я забежал. На малом ген, пиздец. По-моему, по карте да. Все, а полный регрупп делаем. Ребят, кто зашел на биолабу, все регруппы на Б. Кто еще не зашел на биолабу, встаем на Сандре и ждем команды. Все, пошли, 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 пошли внутрь. Занять банан, занять банан. Там упали на Б, ребят, инфу дайте. Ну и хуй с ним, ничего страшного. Больно-то и надо было. Так, бьем по Асе сейчас. Приготовились. Регрупп делаем. Отставить банан. Регрупп делаем в этих... в телепорте. Заходите внутрь. Все заходите. Не кулак нужен. Сейчас на будем проходить. Сейчас будем бить по... Ребят, мы сейчас бьем так, по... Кусят, кусят. Я знаю. Вот окружают. Я понял. Это. Мы сейчас на биолабе будем одни. Вкусно. О, мы поддержим под потунчик. Это же охуенно. Не находишь? Ой-ой-ой. Там. Да, блять, охуенно. Ты думаешь? Фармим. Да-да-да. С щитом. А, если они сейчас пойдут на предыдущий гекс, то мы как бы это откатимся. Нет популяции на предыдущем гекс. Я буду стоять на точке, как бы, и не могу. Они нас слышат и гранту добираться, если сказать. Слушай, а чё, они ушли, я не понял? Нет, они нас окружили, блядь. Смотри, по спотру. Смотри, можно выходить, пошли. Ну, банан, мы ходим, выходим, пошли, выходим, пошли, точка, пошли. Точка. Хорош. Быстрее на точку, проходим, проходим. Девятый, браво, ты чё там сидишь? Блядь, ты мина, нахуй. На точку, а! Опа, бежали. Ой, ебать, вы дебилы, блядь, вы такие, сука, дебилы, вам сказали на точку А идти еще до того, как тут пошли, секунд за 30. Какие же вы дебилы, ой, все, меня отпустило, ладно, нормально. Чекали бы, взяли гекс. Пошел на прошлом, на прошлом гексе. Один отец на нашем гексе. Там покрашена какая-то точка? Полсклада на нашем гексе, полсклада на нашем гексе. Хватит. Точку А тяжелее держать. А мне похуй, ты команды не выполняешь, охуешь что ли? Будешь мне, блядь, месяц, блядь, бегать, аппликатор. Окей, окей, это реально какой-то дисмисс, потому что я тоже не слышал, что... Ну, я, правда, не бежал, но я просто был предыдущим. На бейс, блядь. Слышал, что только был, только что был запрос всем пойти на плоту вейпоинт к варпгейту. А что они там хотят сделать-то? There is 15 minutes remaining in the match. Now, 15 minutes. На бейс, пиздуй. Я уже на стою, Кевин. Нет, ну мы же провалили, а так через это. Надо бы держать, потому что они, да, на прошлом гексе сейчас сидят, ждут. Сейчас уже сидит там, блин, надо, тут вопросов нет. Так, так, с нами эпики, ребят, давайте с эпиками заберем эту сраную биолабу. Выходим! Выходим, сука! Сломали сандик на телепорте. Я сейчас на южном гексе сандик подвезу. Ну точнее, сейчас пока возьму. Ребят, зеленку проходим, зеленку проходим.
Просит бросить биолабу и идти на платун. У нас тут разбор. Питерский. Хотят дотронуться на арке. Воу-воу-воу-воу-воу. Я понял намек, блядь. 75% территории. Да, я понял. Так, ладно, Эйпл, слышишь меня, Эйпл? Mm-hmm. Выгони Гэлси, пожалуйста, и кружи где-нибудь. Лети куда-нибудь на ассент. А мы продолжаем пушить пилову. Когда у нас будет Гэлси, там мы пойдем на платную метку. Так, все отходим на истонат Кумарей. Поставьте сандик, пожалуйста, возле точки. Там все дела. Так, у нас на предыдущем гексе кто-нибудь сидит? Хакнули. Где сидят? Пошли их выебим. Они уже хакнули или нет? Да, регрупп на тройке. Регрупп на тройке. На тройке регрупп. Дебилы. Спецтик уже выгнал. Телепорте один. Видите слева? Телепорте. Москит подогнать. Тут на тройку. Валька подлетела. Тройку. Истхил чемпион. Маяк поставьте. Ага, вижу. Проходим на точку. Так. Что флипаю точку. Какой этаж держим, но вторую пока не идем. Ребят, стойте все на точке, нас не интересует. Они Сандер на тройке стоит. Вижу, сейчас мы все поломаем. Право 10. Ага, вижу. На биолабе. Ребята, они максов загнали вообще-то сюда. Загнали, да. У нихуя себе, блядь. Они нам вызов сделали. Так, регрупп на Сандре. На Сандре регрупп, не пушим, отойдите все. Отойдите все, я сказал, не пушим. Регрупп на Сандре. А, берите двух максов. Регрупп сделайте, регрупп быстрее. Они макса ведут. Там на точке уже как бы три макса. Через стройку пушим через стройку. Пушим через стройку, ребят. Через стройку, я подчеркиваю. И слышите меня? Через стройку пушим. Сандик здесь, сандик. Да, я работаю. Угу. Сейчас мы его взорву, блядь. На тройке стоим пока, не дергаемся. Я сейчас вам дам 4 стана. Два вниз, два наверх. Стан. 20-му дай. Стан дают. Заходите, заходите. Еще стан даю наверх. ЕМП на второй этаж дал. Стан на второй этаж, стан. Стан даю на внутреннюю двойку. Макс там вообще краснющий. Заходим. Все под стан. Давай, дави. Охуенно. Че, мы на платон пойдем? У нас галка есть? Есть вроде. Эйпл, что там? Да, есть, но надо починить его. Ну давай, чини гал, мы сейчас пойдем тогда. Стоим пока на точке. Все стоят на точке. Ее пофармили, вообще заебись. Вообще там Макси тоже. На Макси. Слушай, ну мы же долетим, по идее. Тихо. Давай, Максы, грузитесь уже, наверное, в гал. Да, Максы, грузитесь в гал, пехота стоит на точке. Редипой. Потому что мы уже вылетаем. Редипой. Пехота редипой. Давайте, там, короче, время поджимает. Сейчас идем. Мы идем, мы выполняем команду. Минута 40 осталось. И попробовали нас пропушить. Все, полетел. Гэлкс появляется. Беру ревак. Да, ребят, кто сейчас хочет ревак взять, мне нужен гаун. Сука, я не там появился. Тупая игра, блядь. Гэлкс, жди командира, блядь. Все, да. Гэлкс, вылетай. Там Гэлкс, просто вылетай. Времени вылетай, очень мало. Гэлкс, вылетай. Мы там очень нужны. Гэлкс, вылетай. Да летим уже, что-то. Ten minutes remaining in a match. Now, 10 minutes. У них поп слегка упал. Сейчас нормально все будет. Хуя тут москитов. Ребят, дропаемся с этой, с двойки. С двойки дропаемся. К точке, смотрите, бикон их там держит. Быстрее. Бикон? Будьте бикон, блядь. Ох, нихуя! Че, мы на ней дропаемся? Нет. С востока заходим. Блять, ну
дропнул ты нас охуенно, я хочу сказать. Да и прям в гущу. Чё-то я вообще не понял, короче. Я забыл, что за НЦ, пиздец. Хуйня какая-то получилась, блять. Казывает, надо лично передать, мы прилетели, спасибо, что нас позвали. Так, отходим на голову. Задержали мы. Чего мы задержали-то, блять? Нас просто сразу убили и всё. Хуйню какую-то сделали. Реально, вот это была хуйня, блять. Муф непонятный. Так. Хуйня, согласен тоже. Instant action. Походу нет. Instant action жмите. Мы есть. Взяли захватили. Его! Все. Появляемся. Все, фоги взяли. На гексе появляемся. Поздравляю. Пиздим этих хуев. Убивайте, блядь. На точку пошли. На точку. На точку. С востока заходим. Ист. Стан на точку. Заходим. С левой стороны. Ну все. Еби коней. Так, возвращаемся на наш линк и продолжаем. На биолабу все. Все на биолабу. Они хотят всех на Shade Spire. Слушай, но может мы все-таки на биолу пойдем? Не, мы идем на биолу передать. Мы хотим на биолу. Они хотят отрезать биолу. А, ну давай. Гол, нас. Давай, пошли, шесть как пар. Вопросов нет. А, у кого есть ривер, берите это. Хотя. Нет. Не надо ривер. Все в пехоту пошли. Фоги-то молодцы, блин, если четко отметились. Кищу ролл твит участвует. Пэс тоже отметились, все, заебись. Охуенно. Мы тоже гек захватили один. Мы два захватили, или три. По-моему. Три вроде захватили. Стой, почему? Стой, гекса. Ну почему? Странно то, что вот это же. Пэс еще один, четыре. Оправдание скажу, что они приходили в сквадны, пытались что-то сделать и уходили. Только на одном гексе, да. Да, а да там можно было перепрыгнуть, просто мы все нубасы, блять, вот и все. Ну, мы делаем тактический маневр, короче. Сейчас мы зайдем в тыл и все будет охуенно. Приедет нас пофармить, ребят, стандарт принимаем. Здесь поставим, стандарт. Да, да. Я хай лайтнинг везу. Тут можно как-нибудь заехать? А 220 какой-то там, блять, у тебя бикон стоит, ты можешь его поставить в рояле на крыше. Сука, блять, тут пруля, я думал, сейчас приведу. По парню, а хуй там было. Извиняюсь. Ладно, еще 55% пруля. Поднимите меня, пожалуйста. Хуй, да? Не поднимай. А, поднимай. Кельпус, по-моему. Мужиком, бегай себе, пшись, блядь. Enemy medic spot. Кажется, Гелокса с гранатометов накрыли направление 6 часов. 6 часов направления от спауна вражеского. Крит уже, сука, добивайте его. Вражеские лайты на 6 часов в городе гряди. Медик. Бля, там лайты и заебывают, я вам секрет открою. Кстати, 50 на 50. Так. Бикон, пожалуйста. Ну бикон, дайте мне бикон в рояле, быстрее. Это все. Это все, блять. 226 ставил, не? Они окружают, смотри. Бикон. I'm down. I put one down. I need a new one.
220 передайте. Давай. 220 быстро. Бекон. 226, 220 передайте. Бекон, браво, 6, браво. Блять. Сон Иван. Отдал. Отдал? Ну, Бекон, ставьте быстрее. Не отдал, он 222 передай на 11 браво. Быстрей. There is 4 minutes remaining in the match. Все, пиздец, убили. Now, 4 minutes. Бля, такие долгие. В Галаксе появляйтесь. Все в Галаксе, все в Галаксе появляйтесь. Да я не тебе, я то, что... Ну, я понял. В Галаксе появляйтесь все. И прям на крышу заходи, все, давай, 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 давай. Пейсы тоже дропаются. А, блядь, их сбили. Ты хуй, там кто-то дропнулся, нормально все. Нет, блядь. Ого, как урон быстрый. Упустим. Пульм ты хотел. А, вау. 4, 3, 2, 1. 0. Да, да. Оп! И нищие захватили. Да. Дебилы все сдохли. Так вот. Ну, я должен был не гадость сказать в конце. В редипой уходить. Редипой уходить, а то сейчас зафармим. Ты бегите, блядь. Пустые есть. Мы идем на Jagged Lance. Это... А, ну хорошо, хорошо. Последняя точка. Давай. Как мы туда идем, блядь? Так. На Крупской Квотерс можно авиацию взять. Выгоните на Крупской Квотерс эти варьки и парашу все. На Крупской Квотерс отошли. Гал взяли. Кто гал берет? По галу надо, два саппорт галу надо. Слышишь? Возьму гал. Давай. Возьму его. Угу. Гал. Возьму еще гал. Да. В редипой валите. Все остальные валят в редипой. Гал сразу разгоняется и летит на вот на Jagger Lance Mine. С беконами тупите. Я, конечно, понимаю, что ники, блять, ну, ников не видно, но в прошлом Service Mesh его там, блять, моментально передавали. Ладно, бывает. Ничего страшного, такое бывает. Че там, какие у нас задачи? Гепс хуёвый, кстати. 3 минуты, там его затащим. Don't destroy Galaxy, ребят, не уничтожаем Galaxy, прям сажайте их на точку, они у вас саппорты, правильно, да? Да. И все, и просто сидите там. Стену из Galaxy сейчас ставим. Фармите с бульдога, отрабатывайте с локера. Да-да-да-да. Все. Гал сажай. Сажай, Гал. Ты его как бы... Нормал. По вражескому авиации работает. Такой лютый дамаг. По вражескому авиации работает. Просто сажай, все нормально. Все, отлично. Либер сбил, нахуечка. Все, заебись. Заебись. Сбиваем либеры. Гало пизда. Да, гало пизда. По либеру работаем с граундером. Баллон на зончик включать. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. End of match. Congratulations to Miller for winning the championship with 92% against Emerald's 0%. Can we please have the Zero. Force commanders in the interview channel? Thank you. Бля, на ноль это пиздец. Zero 2 же он. Гг. Мы их сломали. Вот уже Zero.